Привет, зрители моего YouTube канала, с вами я, Питерский обзор игр, и сегодня я снимаю реакцию на видео Мирби, мои детские травмы. Ой, извините. Мои детские травмы. Так. Ой, это... так, детские травмы. Так, вот. И начинаем видеть. Йоу, чё как? Мы это уже слышали. Привет, Мирби. Чё, как оно? С вами Мирби. Сегодня... Привет. Мы тебя ждали. Я расскажу вам о своих детских травмах. Как я и говорил, самое интересное у меня происходило именно в детстве. У меня не так много физических... Конечно же, да. Травм, поэтому на теле у меня всего лишь три шрама. Первая травма... Рассказывай. Понятно. Я решил сделать такой трюк, как гробик, и я его научился делать. Просто в тот день было сыро, и поэтому трава была мокрой. Глупое оправдание. А я и не оправдываюсь. Вот опять шутка Мирби. Опять. Не повышать на меня голос. Окей, я сделал его, встал и упал. Так и знали мы. Серьезно? Звучит глупо, но все-таки есть. Я слишком сильно раскрутился, что пошел на второй оборот. Ладно, хоть на спину не упал. А теперь, внимание, я упал, встал, посмотрел на руку и такой, ребята, я руку сломал. Ну а что, бывает. Серьезно? У меня вообще не было никакой реакции на это. Я даже не чувствовал боли, я просто спокойно поехал в медпункт. Может, я все-таки мужественный? Нет, ты просто одобитый. Серьезно? Там было очень много проблем. Кость не срасталась, так как было смещение плюс осколки, поэтому мне поставили внутрь руки железную палку, чтобы я стал киборг, чтобы она срослась правильно. Ну и в итоге у меня есть два шрама после двух операций. Вот они. Это выглядит очень круто и брутально, а это мой червячок Крейг. Серьезно? Второй случай опять же глупый. Я купался на речке и совершенно не предвещал беды. Я просто побежал в сторону травы, чтобы... Я не знаю. Просто побежал в сторону травы, не осуждать меня. Но самое... А почему? Странно. Когда я выбежал, мне сказали... Йоу, чел, у тебя вся нога в крови. И я такой... Нихуя, парень. Серьезно? И не так, чтобы просто царапинка. У меня списал кусок кожи, из которого вытекал какой-то гной в совмещении с кровью. Серьезно? Приятного вам аппетита. После чего мне помог только один друг из всех. Спасибо. Друг познается. Тебе тоже приятного аппетита, Мирби, если ты сейчас будешь кушать. Беги, и я это испытал на себе. Он мне помог дойти до родителей хотя бы, после чего я поехал в больницу. Мораль, если у вашего друга течет странная белая херня из ноги, помогите ему. Хорошая мораль. Третья травма была моральной. Как мне рассказывают родители, я пил молоко до 5 лет. И, как я понял, этот случай произошел именно в этом возрасте. Я приехал к бабушке, где был мой крутой дядя. Для меня он... О, круто! Тогда именно таким. И тогда он мне сказал, йоу, малой, короче, у меня из-за тебя тут сделка. Кто выпьет быстрее этот стакан молока, тот получит 3 конфетки. И между нами прокатилось перекати поле. Серьезно? Эпично, типа. Он серьезно ответил. Я готов, я. Потом я начал пить молоко изо всех сил, в итоге блеванул на бабушкин ковер и получил конфетки. После этого я... А чё ты блеванул? Интересно. Тогда не пил молоко. И да, прости, бабушка, за ковер, пожалуйста. Четвертый случай. Серьезно? Будто неизвестностью. Это как шрам Гарри Поттера, но только круче. Я совершенно не знаю, откуда он, так как мне не делали операции, кроме вышеперечисленных. Это вот эта змейка Снупи на моем локте. Привет, я Снупи. Серьезно? Серьезно, очень интересно, откуда он, ведь я ни разу настолько сильно не ударялся локтем, чтобы там остался шрам. Да даже мои родители не знают, откуда он. В любом случае, теперь я не одинок. А ведь... Интересно, откуда же он? Даже не нужно кормить. Привет. Очень странно говорить привет в конце, но... Привет. А насчет прически... Да, теперь я не бомж, а... Янго. На самом деле, если отложить шутки в сторону... Серьезно? ...то сегодня у нас серьезная тема для разговора, и я хотел бы рассказать о ней в конце этого видео. А насчет моей стилистики. Слишком много отрицательных мнений о моей новой стилистике под прошлым видео. Чё? И, по сути, я должен ее вернуть, но нет, я не буду ее возвращать, как бы вы ни просили, потому что это шаг назад, понимаете? А мне уже не нравится этот стиль, мне не нравится прошлый стиль. А почему? Я их меняю не потому, что я хочу менять стиль, я хочу развиваться, хочу делать стиль лучше. Да, круто. Лучше. И стиль, который сейчас у меня есть, я считаю его намного приятнее для глаза. Возможно, в будущем я еще
изменю свой стиль. Возможно, молодец. В ближайшем будущем. Так что вам придется либо подождать, либо привыкнуть, либо уйти. Кто-то считает, что этот стиль является шагом как раз-таки назад, и типа я ухудшился в стиле. Неправда. Я его не изменю, пока я сам... И всем пока, вы были на канале «Питерский обзор игр», мы снимали реакцию на видео Мирби, мои детские травмы.